По программе капитального ремонта многоквартирных домов знаменитая шестиэтажка преобразится уже в этом году. Дом номер 21 по проспекту 50-летия ВЛКСМ известен всем своей необычностью. Изначально здание было четырехэтажным, затем надстроили еще два этажа. Дом стал первой шестиэтажкой в городе, став по своему роду уникальным объектом строительства. Почти за 60-летнюю историю капитального ремонта здесь фактически не было. Капитального ремонта не было никогда в нашем доме. То есть вот эти текущие работы всегда они проводились от баланса автозавода, пока был на балансе. Потом автозавод все это с себя скинул. Начались управляющие компании. Ну и дом постепенно, хорошо, что кирпичу не развалился. Так вот, приходил в упадок. Все изменится в этом году. У здания обновляют фасад. Согласно проекту, облицовка дома будет выглядеть современно и не уступать новостройкам. Жильцы сами выбрали цвета. Кроме того, строители восстанавливают отмостку и меняют окна в подъездах. Начали работы по плану, по графику. Первичное было у нас оштукатурение. Данные работы мы выполнили, нанесли декоративный слой. На сегодняшний день выполнена замена двух подъездов стеклопакетов. Выполнена подворовая часть больше половины декоративного покрытия. Окончание работ запланировано на середину осени. Жители, специалисты фонда модернизации ЖКХ и представители администрации в ежедневном формате следят за качеством выполнения работ. За 2023 год в регионе капитально отремонтировали 69 многоквартирных домов. Всего в плане 119 домовладений, а это более 17 тысяч жителей. Ход и реализация программы находится на личном контроле у губернатора Алексея Русских. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.